Я такой кубок нашел, закачаешься. Короче. Давай. Короче, часы на мастерство стихий. У меня, короче, 7 шансов. 5 и 8 шанса крита. Крит урон 7, а хп 9. У меня на Кадзуху стоит. Стоят, точнее. Подожди, стой. Да, на Кадзуху у меня стоят часы, где шанс крита 3. КП также 9, но крит урона 28. Типа, это на секундочку, это на 21 крит урон больше. И я такой, сменить? Выхожу из артефактов, захожу в характеристики, у меня, о боже, 32 на 309. А прикинь, я еще иду сейчас сожру. Это будет красиво. Давай. Погнали! Вот так Паша ходит дальше. Так. Подожди, стой! Там вообще песня. Я же на Кадзуху, считай, получается, убрался. У меня же сейчас, наверное, артефакт спал. У меня артефакты спали! Что? А, лол, прикинь, у меня на Кадзухе два пешма. Я секунду. Итак. Каждый раз. Подожди, да какой каждый раз? Тут вообще песня. Так, все, мастерство стихий. Мастерство стихий. Боже, мне потом вспомнить, какие артефакты кому давал. Тебе не так много персонажей, которыми... Да я их тут переетывал все, подожди. Перетого. Да, так, Кутао, где казах? Вот казах. Так, все, да? Да. Все, я могу соглашаться, да? Хома стоит. У меня тоже стоит. Все. А с чего бы ты ее менял, скажи мне? Можно было бы попробовать поставить часы на ХП и поставить эту грозу драконов, она называется, которая дает 200 с лишним мастерства стихии. Ну я понимаю, что она... Да, R5 на секундочку. Вот, можно было бы... Чему? А? Отсылка, комментарий, что ли? Ладно, окей. Забыли. Так, все, ты тут? Я сразу посекла. Все, тихо. У нас всего лишь две попытки, давай. Две? Потому что мне потом надо будет идти масло делать. Все, окей, let's go. Масло? Ну, обмазываться. У тебя голые мужики, которые... Волосатые мужики, которые обмазываются маслом, да. Это прежде не Архонда.